Вот пять. У нас нет двух малых домов. Какие? Это 10 инженеры и гранд. Тогда, ну, вам один из них его случится. Дом, который мы искали, он здесь. Кто может снять гранат? Если нет инженера, нужно отправить гонца. Я не знаю, где находится. Инженер, очевидно, в походе. Инженер в походе, надо найти гранат. Гранат должен сейчас заново отстраиваться. А вы, может быть, оттуда какую-нибудь девушку возьмете, или вы какой-нибудь плавный? Никого. Хорошо, я пойду, говорю инженера. Инженеров в походе. Просто вообще физически нет. Гран, а инженер вообще есть? Никого. Инженеров нету. Ты с одним с ним разговаривал, да. Он может его представлять дом на собрании. Я пойду еще раз попробую говорить. Пусть они официально напишут, что они отказываются от выбора. И мы как лорды! Потому что мы все являемся с вами лордами. Должны сделать довольно важный выбор, который коснется нас всех. Как многие из вас знают, легат города Хромой предложил нам выбор. Выбор состоит в следующем. Он видит власть только сосредоточенной в руках одного человека. Он просит нас изменить форму правления, дабы со следующего года городом лорды управлял не совет пяти, а выбранный из числа совета пяти дож, который будет переизбираться ежегодно, а потом назначать всех четырех имперских магистратов. Городских магистратов. Скажи, когда закончишь, у меня есть что возразить тебя. Не перебивайте оратора. Да. Я прошу, чтобы каждый из вас от лица своего отряда подумал, хочет ли он этого, соответствует ли это древним традициям, потому что здесь много мнений. Чтобы каждый дом, гильдия, заведение, братство города лорды решил, принимаем ли мы его просьбу или отклоняем ее. Да, конечно, спасибо за уточнение. Разумеется, при назначении городских магистратов дож не будет назначать представителей своего дома. Он будет выбирать их из остальных пяти домов. Подумайте об этом. Вы хотели возразить? Барон искажает факты. Легат не требовал от нас единоличный форум правления. Он лишь хотел, чтобы в городе вновь завертелась большая игра. Мол, традиции города лорды говорят, что люди должны бороться за место в совете, бороться между собой, спорить, должна вестись игра на разных уровнях. И это лишь одна из форм, как он увидел, это может произойти. То, что сегодня произошло, произошли выборы, вход в совет пяти официальный, это первый шаг до возобновления большой игры. И нам не нужно выбирать дожа, чтобы умилостить легата. Он и так будет доволен, потому что борьба уже началась. Я хотел бы сказать от лица Великой Библиотеки, я как гражданин империи и верный подданный госпожи, хочу сказать, что город лорды – свободный город, который служит империи и госпоже. Мы никогда не гневали ее, мы всегда делали то, о чем она просила нас, и все, что делали мы, делали в ее благо. Традиции города лорды восходят своими корнями ко временам Ютичели и Телекуры. Пять домов издревле правят этим городом. Поэтому я, как хранитель знаний этого города, заявляю, что Великая Библиотека против изменения формы правления. Пять людей должны управлять городом. Так было раньше, так есть сейчас, так будет всегда. Я, мы, совет пяти! Я, мы, совет пяти! Я, мы, совет пяти! Я, мы, совет пяти!
Дом Джолена поддерживает это мнение. Давайте перейдем к голосованию. Чего? Итак, поскольку согласно законам и традициям, это можно сделать только единогласным решением. Вы же хотели сказать? Да, я хочу предложить тем, кто голосует, встать на шаг ближе, а тем, кто не голосует, сделать шаг. Да, пожалуйста, ближе. Капитаны. Главы домов. Да, только главы домов. И вас должно быть 11. Теперь вам кое-что хочет сказать летописец инженеров. Итак, вы хотели бы сказать? Я всего лишь летописец инженеров. Я всего лишь летописец инженеров. Но согласно нашему контракту мы служим нашему проконсулу Кобре, поэтому мы в своем мнении присоединяемся к ее мнению. Мы услышали вас. Для принятия изменений в статусе города Лорда, в форме правления, необходимо единогласное согласие. Есть ли те, кто против этой просьбы? Что же? Тогда, поскольку это будет донесено до сведений легата, я хочу услышать ваше мнение. Можно ли? Как представитель дома Панголио? Громче! Как представитель дома Панголио? Мы считаем, что в принципе едино начале правления это, пусть даже возможно временное, но возможность более эффективно управлять городом в процессе военных действий, которые идет империя, в течение войны, и возможно можно будет вернуться к состоявшейся форме правления в 5 домов после вот нашей победы. Ну, вы я уже сказал. Я сказал свое мнение. Мы уже проголосовали. Теперь я хочу услышать ваше мнение о том, что Грил. Мы все с ним знаем, ребята, к нам. Мы подданы империи. Как бы, если именно так, и отвечаем мы перед госпожой. Госпожа назначила легатом взятого Хромова, правильно? Городской судья, я слышал, я помню, что у вас было предложение. Да. Да. Послушайте, пожалуйста. Много лет работал в Карах и знаю, как там все устроено. И я знаю, что если город Лорды обратиться с просьбой, если легат Хромой так сильно занят на войне, назначить сюда другого легата, то эта просьба будет, скорее всего, услышана. Для этого достаточно написать очень простую бумагу, подписаться по какие-то лично, сказать, что мы его отпустим, чтобы разговор допустить эти просьбы. А если кто-то в шары, то надо будет поговорить, что мы там меньше проведем. На самом деле будет после давайте сейчас проводим. А сколько здесь есть все отряды? И пусть мы, Совет Пяти, та крыша, того дома, что мы зовем своим городом. Но здесь также наши стены, торговые дома. Наша библиотека. Наши защитники, городская стража, наши ворота. Да! А также остальные простые люди Лорда, тот фундамент, на котором стоит город. Поэтому я предлагаю, чтобы все поучаствовали в этом решении. Да, пожалуйста. Конечно, господа проконсулы. Несомненно, я совета прав в том, что город может подать такое решение, и госпожа, возможно, ее состояние удовлетворит. Однако мне хотелось бы напомнить о том, что ребята, пятые, это великие маги.
И замена, призванная из чаш, может оказаться куда хуже имеющегося у нас сейчас. Я подтверждаю это. Наш легат не самый плохой легат на свете. Если вы заметили, у нас пока еще не было на городской площади ни массовых публичных казней хромым, ни перепований. Тем не менее, многие знают, как идет себя, например, Кушелов, многие знают, как себя ведет меняющий. Не обязательно же, чтобы прислали плохого. Могут же прислать хорошего. Поэтому, если у вас кандидатура... Вот. Есть, тень. А чем плох хромой? Хороший вопрос. Зачем нам менять легата? Хромой ничего здесь не делает хорошего и делает много плохого. Давайте не будем. То есть он здесь питает в библиотеках, приказывает питать в библиотеках людей. Он занимается этим городом? Нет. Проконсул занимается городом. Вот проконсул была бы отличным Итак, легатом в этом городе. В любом случае, у нас есть предложение господина судьи, господина Стамески, направить в чары, просьбу заменить нам легата Скромова на легата Тень. Давайте! Готов ли документ, прошение? Тогда напишите его, и каждый, кто хочет, подойдет к вам и подпишет. После чего вы отправитесь с ним в чары. Значит, представитель Великой Библиотеки, то есть я за рассмотрение возможности смены легата города Лорда. Но! Я хотел бы отметить, что есть правосудие империи, власть госпожи, и даже взятые находятся под госпожой. Поэтому служим мы, и они, и мы служим госпоже. Правильно? Я правильно все понимаю? Это значит, я хочу, чтобы взятый хромой принял решение города Лорды, будучи легатом города Лорды. А после того, как он примет это решение, так сказать, которое будет утверждено госпожой, мы можем сменить легата. Дать прошение. Еще раз. Кто-то может не хочет. Господин Стец имеет в виду, что легат хромой должен принять наше решение, будучи нашим легатом. И только после этого мы отправим прошение. Об отказе. Да. Мы отказали и не сказали, извините, нам нового легата, пожалуйста. Мы свободный город империи. Мы не будем ни от кого убегать. И мы не боимся своих властей. Да, ваши власти наши друзья. Поэтому если хромой сюда придет и начнет всех резать, это вопрос, не лезет в мою голову. Он должен прийти... Особенно если, как мы говорим, он здесь не является. Пусть он сюда придет, и мы здесь уже как-то решим. Как минимум, легата Хромова я видела здесь. Дважды за день. Уже. Это было утром, и это было днем. Он с караваном. Легат Хромой занимается этим городом? Нет, он ходит и пытается в библиотеку. Дважды за год. А я за него. Потом ходил требовать справедливости сам там. А сейчас будет суд у госпожи перед ним. За то, что он творил здесь в библиотеке. И с Дожем он еще предлагал кучу интересного, чем мы все сейчас здесь, чем они здесь все сказали. Короче, мы хотим, чтобы легат Хромой был, так сказать, подвержен суду, не суду, в той мере. Подвержен тому, чтобы он должен принять это решение, которое приняли мы. Потому что он великий маг, и это все замечательно, но граждане империи ничем не хуже великих магов. И это не значит, что великие маги могут ходить вот по хлопку руки убивать людей. Особенно, если это граждане империи, а особенно, если есть повстанцы, с которыми они должны разбираться. Уверен, что вы зло? Конечно. Что написано на... Люди не равны. Вы только сказали, что все равны. Нет, да. Все равны под госпожой. Госпожа наша владычица. Мне надо перейти. Да. Я прошу закончить. Хорошо. Переругиваться. Все, остановились. И спорить. Решение об отказе Хромова принято. Господин судья пишет официальное прошение о смене легата. Кто считает это необходимым прямо сейчас?
подойдет и подпишет от лица своего отряда, то считает, что для этого еще рано, может его не подписывать. Принято. Все, свободно. Хватит белым советом.